Ladies and gentlemen, с ним гей, пиздобол и специальный гость Ваномас против летсплейщиков! Это рэп-битва, это рэп-битва! Рэп-битва Бека, рэп-битва Бека! Здесь бьются насмерть, здесь бьются насмерть! Или просто пиздят! Йоу-йоу-йоу, мы начинаем! В 90-е годы геи не были в моде, а слово дэнди крепко засело в народе. Прошло 10 лет, любят детишки пиратские игры, под порнушку потискать, пиво бухать, курить сигареты, на уроки забивать. В итоге Озон 671 стал твою мать! И вот прошло еще 20 лет, кругом интернет сидит в чате уебан, ему 20 лет, он рассказывает, что на компе он фильмы смотрит. Анонизм — это грех, анонизм — это плохо. И что он не ботан, и вовсе классный пацан. Ёпта, пацаны, это же я в результате эволюции появился из чьей-то полюции. Водоваз, крафобан, текстурка, обзорщик, паруси, да бабан. Так, всем здорово, мазафака. Приставка сосет у водоваза, дому убогий графон 85-го года. Три текстурки, пять полигонов, кину на бабло я этих гандонов, скачаю пиратку, буду сидеть, про игру хуйню пиздеть. 21 век, кругом интернет, в онлайне бесспорно, все дрочат на порно. И наши детишки совсем рассосались, жиром заплыли, все пиратские игры из дома не выходя качают. И всем втирают, что они не втыкают. Почему сейчас детишки херню пишут в интернете, а они с бабой на улице зажигают? Ёфта, ты чё несёшь, тупой пидорас? Сейчас тебя уделает сам водоваз. Глубокую аналитики, король графики и критики. Если физики нет, графики нет, чё вообще играть, непонятно. Всем ведь понятно, текстурки говно, графон как на дэнди, а значит не стоит тратить деньги. Качаешь бесплатно, играешь штатки, потом вов, и вот ты как водоваз, ты школьник в онлайне, суров. Ёбана в рот, слышь, блядь, народ, графон создается на ваше бабло. А если тебя графоном заебло, то приставку от пыли протри, картридж воткни, играй, стукай, сиденье, пизди тут ради Иисуса, yeah. Плюсуем сюда, как это на Юзио Сильвера, обзоры, смотры, анализы, летсплеи, ютуб уже крючит от их диареи. Как зрители, это гагату. Играйте в компьютер, играйте в консоли, играйте в метро на айпэдика, что ли. Только прошу вас, играйте сами, а не смотрите летсплеи часами. И как ни крути, школьник любит дрочить на порнуху, когда родители денег не дают. Дает на настоящую шлюху. И вот для игровой мастурбации смотрят детишки эти трансляции. Чтоб школоту от анонизма отучить, надо монитор пополам ему сломать, чтобы не мог включить летсплей, тупой уебан. Отсюда мораль, если ты тупой школьник, включил летсплей, достал дрочольник. Так что народ, и вы мимо геи, смотрите летсплей, дрочите летсплей. Так что народ, и вы мимо геи, смотрите летсплей, дрочите летсплей. Так что народ, и вы мимо геи, смотрите летсплей, дрочите летсплей. Так что народ, и вы мимо геи, смотрите летсплей, дрячите летсплей. На чьей ты стороне, голосуй! Лайк против летсплейщиков, дизлайк за летсплейщиков!